Всем привет! Хочу сегодня вам рассказать про газовую горелку Primus Light Plus, комплектация All-in-One. Поставляется вот в такой вот упаковке. Достаточно симпатичная упаковка, все характеристики расписаны на ней. На ней же указан цвет данной горелки. Внутри упаковки мы находим котелок с крышкой, газовую горелку. И дополнительно находим инструкцию, запасной винтик, веревочку для подвеса и подставка для газового баллона. Это полулитровая чашка, она же котелок. Есть мерные метки до пол-литра. Можно заполнять до краев, но в таком случае при закипании вода у нас будет выплескиваться и обжигать нас и может затекать на саму горелку. Как видим, ручка у нас выполнена тканевой. На тканевой ручке имеется такой подвижной плачок для хранения пинов, которые используются для установки на данную горелку посуды с плоским дном без радиатора. Радиатор и сама емкость алюминиевые. На самой кружке имеется защита такая из неопрена. Он не боится огня, ее можно не снимать во время готовки. И брать горячую кружку спокойно руками, не боясь обжечься. Доступные другие цвета. Крышка. В комплекте All-in-One крышка представляет из себя чашку. Крышка-чашка на 200 мл. Имеются отверстия для выхода пара. Резиновый кантик, за который можно брать, если у нас закрыта горячая посуда. Отверстия достаточно большие, позволяют заглянуть, посмотреть, насколько там кипит, как проходит процесс приготовления пищи. Данная система может использоваться для альпинистами для подвеса. Достаточно перецепить ручку на эту сторону и зацепить ее за вот этот вот выступ. Получаем вот такую систему и, используя любую веревку, идущую в комплекте, шнурок, паракорд, можно подвесить все вместе с горелкой и приготовить на весу. Изменение конструкции происходит очень быстро и не вызывает никаких проблем. Горелочка. Видны три отверстия. Это для вот этих вот винтов, которые вкручиваются. И можно будет ставить обычную посуду с плоским дном. Латунная резьба полностью, без каких-либо вставок, алюминия и прочего, что повышает ее долговечность. Плавная регулировка достаточно хорошая. 1,2 оборота где-то полная получаются. И, конечно же, есть пьезоподжиг, который зажигает данную горелку. Совмещаются они байонетным соединением, причем это может происходить из любого положения. То есть нету какого-то четкого у нас одного положения, из которого надо обязательно состыковать баллон. Мы можем из любого положения соединить всю систему вместе. В комплекте идут ножки для газового баллона и позволяют устанавливать на себя как 100-граммовые, так и 200-граммовые баллоны. Что должно повысить устойчивость данного баллона и всей системы в целом. Ее основная фишка — это то, что баллон прячется внутрь котелка, сверху ставится горелка, и, к сожалению, вот места уже под ножки не остается, но это и не главное. Главное, вот все, наша система для готовки пищи. Отдельно стоит упомянуть, что горелку в собранном виде можно поставить внутрь котелка. При этом крышка будет спокойно закрываться. Производитель, конечно, не рекомендует так хранить. Говорит, что необходимо рассоединять баллон и горелку, но такой вариант вполне возможен. Раскрываем ножки для газового баллона. Устанавливаем сам газовый баллон. Накручиваем на него сверху газовую горелку. И устанавливаем, закипятим воду в данной горелке. Наливаем пол-литра воды в нее. Закрываем крышкой. Поджигаем. Все, время пошло. 15-14. При работе огонек практически не виден. Немножко только там краснеет пьезоэлемент. Все, устойчивое кипение мы добились. Выключаем
данную горелку. Все, вода у нас закипела, можем заваривать чай. Можно переносить с места на место, можно отсоединить от системы и перенести в палатку, где у нас в этом есть необходимость. Данные ножки — это просто винтики, которые можно подобраны с учетом высоты пламени горелки. Просто, по сути, подставка для посуды с плоским дном. Производитель ничего не говорит про максимальный вес, который выдержит такая система. Но я думаю, литровый, полуторалитровый котелок без проблем можно ставить на данную систему. Итак, если использовать данную крышку как кружку, то это происходит следующим образом. И наливаем себе чай. Подходит к концу вторая минута. Как видим, кстати, минус такой системы — то, что мы не можем снять крышку и помешивать. Видим, пошел пар, вода начала кипеть. Самый маленький огонек и увеличиваем до максимума. Минимальное пламя горелки и максимальный факел. В целом система отличная, продуманная. Можно отдельно докупить емкость большего объема, можно купить упрощенную комплектацию, можно сразу большую. По самой чашке все отлично, прекрасно. Ручка на удивление удобная оказалась, хотя вначале я сомневался в ее функциональности. Кружка, чашка тоже вполне удобно. Крышка, кстати, выполнена из тритана, из того же пластика, с которого выполняются новые фляги марки Primus. И главное, что сам радиатор закрыт каемочкой, чтобы при транспортировке мы его не помяли, не отломили. Видно, здесь используется пресс и точечная сварка, так что, я думаю, система будет очень надежной. Система подвеса достаточно удобная и быстрая, что понравилось. Единственное, что в процессе готовки такой нельзя помешивать еду. Регулировка горелки достаточно плавная. Учитывая вес компактной системы, она вполне может заменить термос. И я думаю, вполне с этим справится. Честно, пересмотрел свое отношение к таким системам. И, в принципе, я не жалею, что познакомился с ней и что могу ее использовать. На этом все. Спасибо всем за внимание. Набор Primus Light. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.